изменения в систему жизни, вот это вот в кишечнике, вот этот вот организм весь. Познаешь другую галактику, другую планету, чувствуешь даже ощущение. Запах, смотри, какая у тебя книжка. У меня, к сожалению, не такой классный монитор, но охуенный монитор, тут вообще огонь на RTX. 380. Почему-то богатые жопы должны это получать, а мы, средний комплект людей, не должны это получать. Почему, блядь? Вот идешь, смотришь. А богатые жопы на RTX такое смотрят. И это вообще огнище, блядь. С монитором там 4К, который... RTX, ну, он поддерживает 4К монитор, как я понимаю. И RTX ебет и это, и становится структура четче, блестящий от пикселей монитора, и дальше взаимодействие с картой новой. И вот эти технологии, это похоже, конечно. Но делал тот человек, кто не знает, который делал этот Чужого. Это из атмосферы Чужого. Он даже, может, не он делал, а кто-то. По его мышлению. Вообще нет. Это первая игра, где тебе просто надо все изучать и понимать. И этим же спорт охуенный, на мой взгляд. Меня, видите, фризит. Вообще меня не фризит, но все равно. Фризит. У меня еще музыка играет, и 2К стоит. Хорошим монитором, поэтому вот который мегапиксели новый монитор, мне надо лучше все это не раз в 50, я так думаю. Но не факт, конечно, от игры еще зависит, я так думаю. Я в этом не разбираюсь, как бы. В Ярославле нет таких профессий, чтобы в этом оставаться. Так лучше.
еще в те 1990 года моего рождения, какое создал этот человек, какое мышление, как же у него мышление космических пространств работает, это огонь, блядь. Жизни, давание, интересная, блять, запитка жизни. Вот такими шариками они себя запитывают, блять. Берет и запитывает. На себе. Тканью, как бы он устанавливает свои ткани, жизненные клетки. Типа очень непонятно это. А это все микробы поглощает здание своей паразитностью. Распространяет. В общем, очень странно их. Надеюсь, блядь, не показано, как его. А, нет. А вот, да. Как у него еще больше крови уходит, потому что кишечник торчит наружу. И он продолжает идти в комнату, где можно переселить свое сознание. Это единственный вариант, понимая это, и продолжает. Продолжает бороться за свое существование. Смотрите из окна и что-то видит, типа кишки, блядь, какие-то проникновающие. Да.
проходите, вам начинает заболевать такой организм. Он вас с вами связывается, делает симбиоз, проникает внутрь. И все это время он вас будет убивать и поражать. И вы это поймете только в самом конце. Что он хотел от вас все это время? За все прохождение игры будет вас поляризировать, проникать в ваши ткани и убивать постепенно. Хитрое создание. Он все это время выжидал, чтобы напасть в определенный момент. Ему удобный. Для этого. Героям опять начинается выливать другой механизм, поражающий изнутри и запутывающий. Руки. Я считаю, что он руки больше запутывает, что он уже знал, что его ждет. Типа он шел, чтобы его снять туда, кто играл, первый раз проходил, вот. Идет туда, чтобы вот в конце, короче, где он его снять. Он думал, что единственный способ, наверное, снять, а там его от себя отсоединить. Но он понял, что он уже не успеет, может быть, да, главный этот... Разработчик игры пытался сказать, что типа он все равно не сдавался, типа шел к своей цели и пытался вытащить из себя парализующий им организм, завладевающий, потому что сейчас было тщетно показано, что он им не вливает, поглощает его изнутри, запутывает его для рук. Показано, как вот они все распространяют, заполоняют вот эти организмы парализирующие. Симбиозов или это какая-то, блядь, может это какая-то, блядь, была, не знаю, заражение, блядь. Но опять же презентирующие организмы, завладевающие вот этой нас видом этих организмов, за кого мы играем, типа. Видите, как тут заросло все, типа. Корабли и все остальное. Такие большие олени хуят. А это типа защиты паразитов. Типа. Блять. Типа. Ну вот видите, я увернулся вполне себе. Приемлемо. Работают, а это типа охраняющие, чтобы их не убили, чтобы они все не запространили. А это типа организмы паразиты, которые поглощают организмы других видов инопланетян. Но мы же в космосе, типа. Возможно, такая теория. Кто знает. Опять же, вроде сейчас будут поглощать его организм, и это так почти за всю игру кажется, как он его типа изнутри убивает постепенно, вот это существо, которое до этого завладело нам и проникло внутрь, которое, я думаю, что главный герой как раз и движется все это время к цели, чтобы отцепить от себя эту тварь. А, вот. Как бы движется к этой цели, чтобы от себя ее отхуярить. Вот это что за хуйня такая огромная, ты в шоке, блядь. Возможно, как раз это и растет из-за нее, вот эта вот вся плесень. Она ее и распространяет, вот эта хуйня основная, с такой харей. С такими, не знаю, с чем даже, что это, блядь, вообще. Это за гранью нашего понимания человечества. Человеческого понимания, на грани нашего мышления человечества. Что это, блядь? Как раз из-за этого, может, плесень и растет, распространяется по всем кораблям и планете. Из-за этой хуинтени. Большой. Потрясающий. Непонятный хуинтени. Частицы, которые поражают ткани симбиоза. Типа... Ну,
вот этих организм, за кого мы за персонажа играем, вот эти вот красные вылеты вверх, как раз может поражение вот этого владевания, типа сами как бы если в биологию лучше погружаться, ну вы поняли. Где можно переродиться? Нужно второе тело. Зачем вот эта жидкость нужна? Остается до сих пор загадкой. Нахер. Второй цветок. Но вырос, его поднимает. Вот сюда. И он ложит в такую хуйню. И много тут загадок остается. Сознание надо убить себя зачем? Зачем вот это надо? Будет пососать. Сверху пососать. Непонятно. Дальше что это за портал и куда он ушел с переселенцем? А до сих пор, блядь, просто загадка это, блядь, за грани понимания, ебаный. Ну, как же переселился, поэтому не ушел, нет. Никак, он же был другой, типа, ну, он переселился в два разума, что ли? Тоже загадка, типа, нихуя непонятно, типа, народ даже до сих пор раздет, что я второй раз прохожу, вообще просто ничего не понятно. Как, типа, сдавать скуку? Резать вот это, он его все по пути режет. Хуярит. Вторая статуя, зачем? Типа, может, у них так нервная система жизни не дает умирать, когда его связывает. Это помогает ему выживать. Не знаю. Это какой-то вообще пиздос просто. И он его начинает истязать, продолжать. Что это, блядь? Зачем?
вообще, у меня рот был, да, вот на что-то за небо открыт. Целиком открыт, я бы раз проходил. Что это, блин? Там какой-то портал и такая красота, блядь. Либо там раса владела этой расой, и все, умерла эта планета. Эта жизнь погубила эту жизнь разработчика. Понять дал, что типа две жизни борются между своими жизнями за выживание. Каждый хочет жить и вызывать в этом мире. Потому что вот сейчас будут новые моменты, показывающие это, на мой взгляд. Это что за портал, типа, блять, просто вахуй. Что это за вода? Что это за стан? Просто неизвестность. За гранью моего понимания. Что это, блядь? И вот этот супер парень из-под тишка. Это организмы те, которые размножают себя очень быстро и распространяются по всей галактике очень быстро распространение, потому что вот они одинаковые, рождаются вот такие, а вот те особые какие-то другого рождения, потому что вот такие вот белобрысы, и в конце нам скажут, что они связываются еще по интеллекту, потому что, ну, можно разум переносить в этой галактике. Интеллект свой отсоединять, ну, короче, мерзость это будет в конце. Вот. Как и весь Скорн. А Скорн называется, типа, противостояние организмов. Как бы презрение. Друг дружеский организм презирает. Может, вот это и хотел сказать разработчик, потому что игра создана на основе этого чужого, типа, противостояние двух организмов, сражающихся за жизнь оба. Вот эта раса предстоит этой расе. Эта раса уничтожает эту расу. Эта раса паразитическая, она живет на паразитах и распространении своих микробов внутри другого организма. Вот, может быть, этим и сказать хотел разработчик, потому что вот их куча, блядь, вот таких. И они быстро выводят, смотрите, стаи, блядь. Все распространяется, вот красная жижа, оттуда вылупляются вот эти вот создание, но почему-то не умирает. Возможно, эта раса успела какие-то микробы выпустить, но это только догадки. Нет никакого объяснения.
владельцы игры ебут. Типа, остается только догадываться и ждать вторую часть. Вот этот вот персонаж, он даже на генетического не похож. Где он генетически состоит, типа, ну, там, железо, перемешанное с организмом, симбиоз делающий. Или как правильно это назвать, генетический? Не знаю. Симбиотический, наверное, симбиоз. Не знаю. Вот это явно создание, оно бездное. Оно как паразиты, заполняющие планету, что ли, это, потому что, ну, как бы... Тот, который приклеился к нему, его заражает и парализует изнутри нашего персонажа, то, соответственно, это выходит паразит, и землю заполонили. Но это всего лишь предположение. И будет ли интересна вторая часть в этой игре? Вот. Я бы, конечно, с удовольствием хотел вторую часть. Типа, они запланили, типа, вот, и, типа, поражает ткани его изнутри и убивает. Типа, хотя, выходит, по сути, это, типа, раса, типа, может, вот эта раса что-то разрабатывала, не знаю. И в итоге, короче, симбиотики, ну, вот это вот организм, связанный с этим симбиотиком, потому что это много, мы говорим, там вот дальше видно. Типа, может, эксперименты какие-то делали, в итоге вот эти, не знаю, блять, полезно вот это все и заполонило их на корабли и планету в итоге. Хрен знает. Остается только догадки, пока не будет второй части. Это еще одни создания, блять. Но они как бы не... Вот эти вот создания, они как бы с другой, типа, расы, ну, или типа, паразиты какие-то созданы. Создались в этом мире, потому что как бы вот это он сам как бы персонаж, хрен его знает, типа он генетический, типа железо созданное типа организмом, но вот это генетика или как она там называется, вот, а эти персонажи они прямо мясные, типа, а вот, ну, типа, да, синтетика такая странная, нихуя непонятная, короче, происходит. Полностью нельзя разбираться, даже разобраться, типа, у тебя генетический персонаж или нет. И вот этот кто? Это явно не генетические вот эти существа, которые туда вот сейчас в дырку уполз. Блять. Страх. Ау. Всякие. У них самое интересное, что башки нет у всех. Вообще башки полностью нет, что-то типа впитывающая кровь, что ли, это питающаяся. Плюются какой-то кислотой, короче, вообще непонятные существа, блядь. Нереального мира скоро. И вот здесь, на мой взгляд, организм, который внутри его, не внутри, а внутри есть сидит. Да, внутри есть сидит. Поражает его. Зарастает его руки специально, чтобы он не мог взаимодействовать ни с чем, с какими-либо объектами. Что вот, вот это уже рука у него полностью забрала. Еще один файт, и он с ним овладеет полностью и не даст ему вообще ничего делать. Это поезда от одного здания к другому раньше были на планете проложены, потому что вот видите, когда мы едем, вот это такая штука еще. Помимо нашей штуки еще были штуки такие поезда. Вот. Это как на то похоже. И она там справляет. Вот, вот еще такая штука большая. Вот видите, рядом идет, там другой поезд ходил. От одного здания вот еще рельсы поездовые. Это типа рельсов. Типа что-то такого. И в итоге приезжаем вот в такое вот здание. Очень необычные рельсы. Мир скоро. Что-то невероятно необычное. Но в этом вся и суть. Я
можно переродиться. Нужно второе тело. Зачем вот эта жидкость нужна? Остается до сих пор загадкой. Загадок остается. Переселить сознание надо убить себя. Зачем? Зачем вот это надо? Будет пососать. Сверху пососать. Непонятно. Переселить сознание. Загадка. И вот еще пухатый стал. С грузом. Потому что он как бы в коком переселился. И дальше что это за портал и куда он ушел с переселенцем? А до сих пор, блядь, просто загадка. Это, блядь, за грани. Понимание, ебаный. Ну, как же переселился, поэтому у него шутки нет. И как? Он же был другой, типа. Он переселился в два разума, что ли? Тоже загадка. Типа, нихуя непонятно. Типа, народ дальше до сих пор раздет, что я второй раз прохожу. Вообще просто ничего не понятно. Как типа сдавать скоро? Открывается ворот, теперь мы типа переключаемся на пробел, идем за второго и встаем на ту штуку. А, еще и этого надо забрать, чтобы был вес больше. У меня эта статуя его стезает, поэтому он управляет через эту на этого, через эту каким-то разумом обоих. Они ему помогают. Вот его берет. Хорошая концовка, это вообще пиздец. Непонятная вообще. Полупонятность, полу нет как бы. Зачем резать вот это, он его все по пути режет. Хуярит. Вторая статуя, зачем? Типа, может, у них так нервная система жизни не дает умирать, когда его съедает. Это помогает ему выживать. Не знаю. Это какой-то вообще пиздос просто. И он его начинает истязать, продолжать. Что это, блядь? Зачем? Просто зачем? У меня рот был на вот на что-то схема открыт. Целиком в клипе, брат, проходит. Что это, блин? Там какой-то портал и такая красота, блядь. Либо
эта раса владела этой расой, и все, умерла эта планета. Эта жизнь погубила эту жизнь разработчика. Понять дал, что типа две жизни борются между своими жизнями за выживание. Каждый хочет жить и вызывать в этом мире. Потому что вот сейчас будут долгие моменты, доказывающие это, на мой взгляд. А вот это что за портал, типа, блять, просто вау. Что это за вода? Что это за статус? Просто неизвестность. За гранью моего понимания. Что это, блядь? И вот это супер парень. Из-под тишка. Тело. Зачем вот эта жидкость нужна? Остается до сих пор загадкой. Нахер. Давай цветок. А вырос, его поднимает. Вот сюда. И он ложит такую хуйню. И много тут загадок остается. Надо убить тебя. Зачем? Зачем вот это надо? Хуй пососать. Сверху пососать. Непонятно. Зачем себя истязает?
еще буду бой стезать будет на руках. Это до сих пор, блядь, загадка. И вот еще и пухатый стал. С пузом. Потому что он как бы фоком переселился. И дальше что это за портал и куда он ушел с переселенцем? До сих пор, блядь, просто загадка это, блядь, за гранью понимания, ёбаный. Ну, он как бы переселился, поэтому у него шутки нет. И как, он же был другой, типа, ну... Он переселился в два разума, что ли? Тоже загадка. Нихуя непонятно, типа, рот даже до сих пор раздет, что я второй раз прохожу, вообще просто ничего не понятно. Как типа сдавать скор? Открывается ворот, теперь мы типа переключаемся на пробел, идем за второго и встаем на ту штуку. А, еще и этого надо забрать, чтобы был вес больше. А, и зачем это у меня? Это стат его истязает. При этом он управляет через эту на этого, через этого каким-то разумом. А вы. Они ему помогают. Вот его период. Это вообще пиздец непонятное вообще. Полупонятности, полу нет, как бы. Зачем резать вот это, он его все по пути режет. Хуярит. Вторая статуя, зачем? Типа, может, у них так нервная система жизни не дает умирать, когда его съездает. Это помогает ему выживать. Не знаю. Это какой-то вообще пиздец просто. Начинает истязать продолжение. Что это, блядь? Зачем? Просто зачем? У меня рот был, да, и вот насчет этой темы открыт. Целиком открыт, я бы раз проходил. Что это, блядь? Там какой-то портал и такая красота, блядь. Либо там раса владела этой расой, и все, умерла эта планета. Эта жизнь погубила эту жизнь разработчика. Понять дал, что типа две жизни борются между своими жизнями за выживание. Каждый хочет жить и вызывать в этом мире. Может, вот сейчас будут новые моменты, доказывающие это, на мой взгляд. Это что за портал, типа, блять, просто вахуй. Что это за вода? Что это за статус? Просто неизвестность. За гранью моего понимания. Что это, блядь? И вот этот супер парень. Из-под тишка. Резинирование.
опять презентирование. Мне кажется, это презентирование, потому что, ну что это? Другого у меня просто нет объяснений. Мне все вот так кажется, что это паразит. Паразит его. А что в итоге получилось? Вот это. Это что такое? Просто, блядь, за гранью моего понимания. Что это? Хрец?